Приветствую всем, это я, Леонид. Значит, я тут привез как раз чеснока копанного. Вот и сейчас покажу, значит, что я с ним делаю. Вот, чтобы он потом хорошо хранился. Так, потому что озимый чеснок — это самая его частая проблема, это его хранение. Значит, ну, уже можете увидеть, что я делаю. Немножко расскажу предысторию. Когда-то было дело, мы выращивали чеснок с целью заработка. Ну так, соточки 3 где-то чеснока садили. Вот, сдавали. Тогда это неплохо помогало. Вот, там было правило при сдаче. Вот смотрите, это уже чеснок. Когда жара, и тут пошли дожди, и несколько зубков выперли. Он вроде бы вовремя выкопан, не скажу, что переросший. Если переросший, поздно выкопанный, то он просто рассыпается. Его нужно выкопать вовремя. В нашем регионе это до 15 где-то июля. Вот, надо его выкопать. Ну так, так и выкопали, выкопалась жена. Так вот, мы в то время выращивали много, но у приемщиков там свои правила. Там обязательно должны быть обрезаны корешки, и обязательно должен быть стебель обрезан максимально близко. То есть, чтобы им зря не платить за вес твоего стебля или еще с какой целью. То в то время я пытался это все делать так, чтобы сразу при копке это надо было делать. Ну или в ближайший день-два, потому что оно как засохнет, то его потом очень тяжело обрезать. Ставил на досочку и вот такими тесачком обрубал. Не всегда попадешь, можешь иногда и кусок чеснока отрубить. Вот, со временем я от этого метода отказался и перешел к такому методу. Вот, значит, обрезаем садовыми ножницами. Так, ножнички, конечно, желательно, чтобы были хорошие, из хорошего металла, не гнущегося, потому что когда особенно толстый пучок такой, так и ты его и нож, и этот металл гнется, то все, образуется щель между двумя лезвиями, и оно ничего не отрезает. Вот, поэтому металл, да, металл должен быть прям хороший. Вот, ну и это раз. Второе, садовые ножнички должны быть, они обычно имеют одно жесткое и тонкое лезвие, другое толстое. Вот так они обычно устроены. Вот, если это тонкое лезвие слева, значит, будешь резать вот так, правой рукой. Так, если это лезвие справа, значит, приходится брать в левую руку. Хоть я больше правша, но вот приходится брать вот так в левую руку, чтобы лезвие было поближе к этому, к чесночине. Ну, а вообще, конечно, это какие-то дешевенькие ножницы. Надо будет взять что-то получше. Для резки деревьев они хороши, их хватает, там лишь бы более-менее моща была, вот, чтобы ветку перерезать. А вот чтобы тонкое что-то такое резать, тут должен быть инструмент покачественнее. Это при том, что они у меня заточены и все такое. Вот. Но спокойно себе это все обрезается, лишнего не отрубишь от чесночины, так, не отрубишь ты лишнего. Вот, и дальше следующий этап. Поскольку выращиваю сейчас для себя, давно мы уже не сдаем, вот, то что делаешь? Сразу же мы эти штуки не отрезаем, а делаем так. Соответственно, я это все складываю на простынь, вот, и отношу в не самое жаркое место, не на солнцепек сплошной, а где-то в такой более-менее тенек в сарай заношу, и оно там в сарае себе досушивается. Неспешно, подчеркиваю, неспешно. Почему? Что тут такой момент. Растения в стебле, в зеленых листьях имеются еще питательные вещества. Как только растение чувствует, что его выдернули с корнем, так, или, грубо говоря, оно чувствует, что сезон для него закончился, оно все эти питательные вещества начинает перекачивать в саму чесночину. И она будет и лучше храниться, и лучше высохнет эта чесночина потом, благодаря этим стеблям. И вкуснее будет, и все такое. Если это для себя, а не для продажи, вот, то
только так. Высушиваем со стеблями. Вот. Ну и дальше хранение. У нас как-то принято сплетать из этих чесночин в косички такие, и оно зимой висит. Вот. Ну, надо сказать, что, не знаю, может это под какой-то другой климат, но у нас оно довольно быстро пересыхает при таком весении. Вот. И уже весной, даже в апреле, уже чеснок не важный. Мы же сохраняем по-другому. Вот. Метод очень простой. И сохраняется у нас год. Год. То есть в июле выкопал, еще в июле ты спокойно там берешь чеснок. Некоторые чесночины, правда, уже не очень. Вот. А так год все равно сохраняешь. Вот. Значит, смотрите. Рассказываю технологию. После того, как оно полежало несколько недель, здесь уже явно-явно все высохло. Вот. Сама чесночина тоже хорошо просохла. Обрезаем. Можно чуть-чуть оставлять, можно под корень. Вот, тут уже не обязательно под корень. Это не требование покупателей. Вот, и что? И тогда сухой уже этот чесночок засыпаем в ящик. Ящик где-то полметра, 60 сантиметров. 50-60 сантиметров. Выбираем такой квадратный кубический ящик. Вот, засыпаем пол ящика, две трети ящика. Не более. Если засыпать целый, уже может начать выпривать. Нельзя целый. Вот. Если чуть-чуть на дно насыпешь, тоже будет больше пересыхать. Значит, половина, две трети ящика засыпается. Вот. И следующий этап. Оно себе лежит и лежит. Ящик закрывается так. Скотчем каким-то перематывать его не надо. Просто, чтобы была накрыта крышка. Если крышка такая, что задирается, но бывают такие ящики, какую-то там книжку положить. Вот, но не герметически заматывать, так? Сам ящик тоже должен быть не герметичным, а обычным картонным ящиком, так? Потому что бывают ящики, которые, ну, например, из посылки какой-то взяли, они обмотаны вот этим вот стрейч-пленкой, то эту пленку надо снять, так? Бывают ящики, на которых распечатаны такие глянцевые там рекламы, там, например, ящик из-под мотокосы, да? Он такой прям весь глянцевый, и все. Этот глянец тоже плохо. Плохо пропускает влагу, так и будет в этом ящике оно выпривать. Значит, обычный картонный какой-то коричневый желтый ящик, примерно полметра, засыпаем туда, оно себе дома стоит где-то там на шкафу, на холодильнике сверху у нас, так. Вот, это не на морозе должно дома стоять, естественно, может в какой-то кладовке, но все равно, чтобы температура все-таки хоть несколько плюсов была. Вот, а не прям, знаете, не прям мороз. Вот. Ну и при комнатной температуре нормальнёхонько стоит. И там образуется вот такой какой-то микроклимат в этом ящике, что оно весной ты его еще ешь, вот, в июне ты его еще ешь, доходит уже до июля, а у тебя, ну, не 100% чесночин, но, по крайней мере, процентов 40 того, что еще там лежит, еще нормальные съедобные. Вот, ты уже новый урожай получил. И вот когда мы так стали хранить, вот, то потребность в этих вот, потребность в этих яровом чесноке просто уже отпала. Все, потому что яровой садят, он мельче, так, его садят в основном для того, чтобы он хорошо хранился, потому что озимый чеснок, он хранится плохо. Вот. А вот так как стали делать, то да. Вот, хранится хорошо, и этот яровой стал уже не нужен. И еще один год только у нас был прокол, это когда я поставил вот в такой ящик, как я сказал, прям глянцевый, там еще и немножко стрейча было, а взял и забросил. Вот тогда обломов, вот тогда прям да, оно начало выпривать в этом ящике и так далее. Короче, микроклимат создается только в обычном, заполненном наполовину на две трети ящичке. Там свой микроклимат, и оно хранится. Конкретно хранить дома не всегда хорошо. Не то, что потому, что оно не сохранится. Нет, оно сохранится, но может заводиться моль. Моль чесночная может завестись. Вот. А если чесночная моль, то потом она будет летать по дому. И чеснок частично подъест, и по дому будет летать. И, короче, зачем такое счастье нужно? Вот таким образом, значит. Кладем не на самый солнцепек, так, потому что если его прям выжарит солнце, то оно, солнце, знаете, как сено сушится на солнце. На хорошей жаре оно может за 2 дня и все, высохло даже толстое сено. И так и это, не успеют перетечь тогда питательные вещества,
если оно 2 дня будет лежать на жарком солнце, оно просто засохнет. Вот. А если мы хотим получить вкуснее, более легким, более хорошо хранящимся чесночком, так, то делаем это именно в тепле, но не на жарище. Так, вот я беру с простыни, переношу в сарай, там не так жарко. Вот, у меня есть такое место в сарае, где менее жарко. И подсушиваем, обрезаем потом через несколько недель уже эти хвостики. И дальше я рассказываю. Все, хороших вам урожаев, хорошего вам чеснока. Я, кстати, не гонюсь за размерами чесночин, я предпочитаю средний чеснок. Вот. Не гонюсь за крупным. Вот. Крупный имеет свои большие недостатки и в плане хранения, и в плане затрат на посадку. Он более затратен. Но это другой вопрос. Вот. Удачного вам хранения, удачных вам урожаев. Всем пока!